Делегатов сегодня утром провожали жители Гродно. 350 человек представят область на Всебелорусском собрании. Перед отъездом на форум они поделились ожиданиями, а также мнением о перспективах развития государства. Создать саму систему делегирования наказов, вопросов делегатам съезда от всех остальных жителей нашей страны. Очень, я думаю, что успешный такой вот формат. И ожидаю, конечно же, ожидаю очень хорошего содержательного диалога, хорошего эмоционального фона, потому что вот без такого неравнодушного отношения к делу, наверное, породить какие-то серьезные вещи, которые будут потом записаны на скрижалях съезда, будет очень сложно. Я хочу услышать, во-первых, видение руководства страны о том, в каком направлении будет двигаться страна, что нам ожидать. Ну, в том числе я в составе выступающих, поэтому я выскажу и свою точку зрения на направление развития, из того, что я чувствую, то, что я вижу, о том, что говорят у нас в трудовом коллективе. Я думаю, что очень здорово, что мы родились и работаем в Белоруссии. У нас сейчас я живу с ощущением, знаете, время возможностей. Время возможностей и время реализации мечты. Главная тема 5-го Всебелорусского собрания – подведение итогов работы за пятилетку, а также перспективное планирование следующей. В частности, программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. Согласно документу, наша республика сохранит национальную модель социально ориентированной экономики.